эта лужа называется Волга. Она зеленая, потому что это хлорофилл в ней цветет один раз в год. А потом не цветет, а потом река вообще замерзает. И там ничего зеленого не остается. А на следующий год она снова цветет. Я бы не хотел в такой воде стирать даже свои трусы. Мне кажется, что... Даже чужие не хочется. В такой воде только камуфляж можно стирать. Даже чужие не хочется трусы стирать. Чужие не хочется ни в какой, а в этой можно камуфляж. А где мы сейчас вообще находимся, скажи? Мы сейчас находимся, господи, где же это? Сызрань. Сызрань. Вон там, там. Город вот Сызрань. Подсказка. Вон, смотри, написано на надпись висит, смотри. Работает доводчик, дверь руками не закрывать. Это какая эволюция прогресса произошла. Сначала дверь надо было закрывать руками, потом все заебались ее закрывать руками. Придумали доводчик, поставили доводчик. Люди продолжают закрывать дверь руками, но им не нравится, потому что там уже стоит доводчик. И они пишут огромную надпись. Сеть магазинов «Погода в доме». Работает доводчик. Ну смотри, как эти доски красиво сделаны, как они собраны, сколько там креплений, какая сложная инженерная система. Все для того, чтобы забить свое место на парковке. Очень интересное произведение. Урна похожа на лукошко, при этом она выполнена из какого-то бетона и покрашена под кирпич. Стоит в городе Сызрани, на углу Советской улицы. На Рижской лесной сразу почувствовал свою горячую тему – пикет. Нами управляют по понятиям, власть нелегитимна, требуем в отставку. Сидят какие-то тетки, которые собирают какие-то подписи. Лесной мимо этого не может пройти. Местные милиционеры абсолютно охуели. Они не понимают, откуда взялись фотокорреспонденты, как мухи на говно. Они настолько испугались, что даже не знают, что нам сказать. Плакат, дискриминирующий работников жилищно-коммунального хозяйства по внешним признакам. То есть люди слева, они как бы... негативно окрашенные, а люди справа, они как бы более положительные, при том, что это явно незаконно делать такой выбор. Тут этот дом не простого человека, он очень любит фигурные финтифлюшки. Он себе сам сделал вывеску для дома с фигурными финтифлюшками, сам оформил почтовый ящик с фигурными финтифлюшками, на калитку фигурные финтифлюшки приклеил и на забор тоже, и еще на дверь гаража тоже.